Приветствую, друзья! Меня зовут Ильназ Хамидуллин. Вы обратили внимание, что все сейчас ушли в Телеграм? Блогеры, артисты, обычные люди. И в принципе много разговоров о Телеграме. После блокировки западной социальной сети в Телеграм-каналы только за одни сутки подписались 40 миллионов человек. Представьте себе. А что с этого нам, простым пользователям, простым людям, что Телеграм так бешено растет? А нам... Это открывает путь к заработку, причем большому и неограниченному. Это просто фурор в мире интернет-заработка. Сейчас я вам все объясню, без воды и по делу. В Телеграме можно не только переписываться с друзьями и родственниками, но и также создавать каналы, в которых можно размещать контент. Свои мысли, картинки, видео, заметки, статьи. Такие каналы может создать кто угодно и собирать в них аудиторию. Контент делается легко и просто. Телеграм прекрасен тем, что он не требует уникального контента, то есть вы можете взять его и скопировать. Это делается за 2-3 минуты. Как его делать и где его брать, я расскажу и научу. Продвигать каналы также просто, потому что аудитория в Телеграме большая, и каждый человек может это делать по моей обучающей системе «Прибыльный Телеграм». Это не вызовет у вас проблем. Кто же вам будет платить? А платить будут те, кто хочет разместить у вас в вашем канале рекламу. И это прекрасная составляющая заработка на Telegram. Потому что вам сами люди будут писать за тем, чтобы купить у вас рекламу. То есть вы можете ничего не делать для этого. Желающих купить у вас рекламу будет масса. Потому что раньше рекламодатели покупали рекламу в западной социальной сети. Люди проводили время там. А сейчас эта аудитория в Телеграме. И поэтому люди готовы купить в вашем канале рекламу. Одна ваша реклама может стоить от 300 рублей до 6-7 тысяч рублей в зависимости от размера канала. Хотя может стоить и больше. В день рекомендуется размещать по 2-3 рекламы. Представьте, сколько вы можете зарабатывать только на одном канале. А таких каналов вы можете создать сколько угодно. Посмотрите, сколько можно зарабатывать в Telegram. Это мои доходы. Это все заработки от продажи рекламы. А эти деньги от продажи целого канала. Да, вы также сможете продавать свои каналы. Наверное, вас волнует вопрос. А как же конкуренция? В Телеграме как таковой нет конкуренции. Во-первых, аудитории много. Во-вторых, чем больше создается каналов, тем больше потенциальных покупателей рекламы. То есть администраторы других каналов также покупают рекламу. Соответственно, для вас чем больше каналов, тем лучше и тем больше вы заработаете. Справиться с таким заработком сможет любой человек. Будь это пенсионер, плохо разбирающийся в компьютере, или школьник. Уроки сделаны максимально подробно. Как и обещал, все рассказал без воды и по делу. Если у вас будут вопросы, можете задавать их на почту или написать мне в Telegram. Я с радостью отвечу. Ссылки на них будут на сайте. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в обучающей системе. Приветствую, друзья. Меня зовут Ильназ Хамидуллин. Вы обратили внимание, что все сейчас ушли в Телеграм? Блогеры, артисты, обычные люди. И в принципе много разговоров о Телеграме. После блокировки западной социальной сети в Телеграм-каналы только за одни сутки подписались 40 миллионов человек. Представьте себе. А что с этого нам, простым пользователям, простым людям, что Телеграм так бешено растет? А нам это открывает путь к заработку, причем большому и неограниченному. Это просто фурор в мире интернет-заработка. Сейчас я вам все объясню, без воды и по делу. В Телеграме можно не только переписываться с друзьями и родственниками, но и также создавать каналы, в которых можно размещать контент. Свои мысли, картинки, видео, заметки, статьи. Такие каналы может создать кто угодно и собирать в них аудиторию. Контент делается легко и просто. Телеграм прекрасен тем, что он не требует уникального контента. То есть вы можете взять его и скопировать. Это делается за 2-3 минуты. Как его делать и где его брать, я расскажу и научу. Продвигать каналы также просто, потому что аудитория в Телеграме большая.
И каждый человек может это делать по моей обучающей системе «Прибыльный Телеграм». Это не вызовет у вас проблем. Кто же вам будет платить? А платить будут те, кто хочет разместить у вас в вашем канале рекламу. И это прекрасная составляющая заработка на Телеграм. Потому что вам сами люди будут писать за тем, чтобы купить у вас рекламу. То есть вы можете ничего не делать для этого. Желающих купить у вас рекламу будет масса. Потому что раньше рекламодатели покупали рекламу в западной социальной сети. Люди проводили время там. А сейчас эта аудитория в Телеграме. И поэтому люди готовы купить в вашем канале рекламу. Одна ваша реклама может стоить от 300 рублей до 6-7 тысяч рублей в зависимости от размера канала. Хотя может стоить и больше. В день рекомендуется размещать по 2-3 рекламы. Представьте, сколько вы можете зарабатывать только на одном канале. А таких каналов вы можете создать сколько угодно. Посмотрите, сколько можно зарабатывать в Telegram. Это мои доходы. Это все заработки от продажи рекламы. А эти деньги от продажи целого канала. Да, вы также сможете продавать свои каналы. Наверное, вас волнует вопрос, а как же конкуренция? В Телеграме как таковой нет конкуренции. Во-первых, аудитории много. Во-вторых, чем больше создается каналов, тем больше потенциальных покупателей рекламы. То есть администраторы других каналов также покупают рекламу. Соответственно, для вас чем больше каналов, тем лучше и тем больше вы заработаете. Справиться с таким заработком сможет любой человек. Будь это пенсионер, плохо разбирающийся в компьютере, или школьник. Уроки сделаны максимально подробно. Как и обещал, все рассказал без воды и по делу. Если у вас будут вопросы, можете задавать их на почту или написать мне в Telegram. Я с радостью отвечу. Ссылки на них будут на сайте. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в обучающей системе. Приветствую, друзья! Меня зовут Ильназ Хамидуллин. Вы обратили внимание, что все сейчас ушли в Телеграм? Блогеры, артисты, обычные люди. И в принципе много разговоров о Телеграме. После блокировки западной социальной сети в Телеграм-каналы только за одни сутки подписались 40 миллионов человек. Представьте себе. А что с этого нам, простым пользователям, простым людям, что Телеграм так бешено растет? А нам это открывает путь к заработку, причем большому и неограниченному. Это просто фурор в мире интернет-заработка. Сейчас я вам все объясню, без воды и по делу. В Телеграме можно не только переписываться с друзьями и родственниками, но и также создавать каналы, в которых можно размещать контент. Свои мысли, картинки, видео, заметки, статьи. Такие каналы может создать кто угодно и собирать в них аудиторию. Контент делается легко и просто. Телеграм прекрасен тем, что он не требует уникального контента. То есть вы можете взять его и скопировать. Это делается за 2-3 минуты. Как его делать и где его брать, я расскажу и научу. Продвигать каналы также просто, потому что аудитория в Телеграме большая. И каждый человек может это делать по моей обучающей системе «Прибыльный Телеграм». Это не вызовет у вас проблем. Кто же вам будет платить? А платить будут те, кто хочет разместить у вас в вашем канале рекламу. И это прекрасная составляющая заработка на Telegram. Потому что вам сами люди будут писать за тем, чтобы купить у вас рекламу. То есть вы можете ничего не делать для этого. Желающих купить у вас рекламу будет масса. Потому что раньше рекламодатели покупали рекламу в западной социальной сети. Люди проводили время там. А сейчас эта аудитория в Телеграме. И поэтому люди готовы купить в вашем канале рекламу. Одна ваша реклама может стоить от 300 рублей до 6-7 тысяч рублей в зависимости от размера канала. Хотя может стоить и больше. В день рекомендуется размещать по 2-3 рекламы. Представьте, сколько вы можете зарабатывать только на одном канале. А таких каналов вы можете создать сколько угодно. Посмотрите, сколько можно зарабатывать в Telegram. Это мои доходы. Это все заработки от продажи рекламы. А эти деньги от продажи целого канала. Да,
вы также сможете продавать свои каналы. Наверное, вас волнует вопрос, а как же конкуренция? В Телеграме как таковой нет конкуренции. Во-первых, аудитории много. Во-вторых, чем больше создается каналов, тем больше потенциальных покупателей рекламы. То есть администраторы других каналов также покупают рекламу. Соответственно, для вас чем больше каналов, тем лучше и тем больше вы заработаете. Справиться с таким заработком сможет любой человек. Будь это пенсионер, плохо разбирающийся в компьютере, или школьник. Уроки сделаны максимально подробно. Как и обещал, все рассказал без воды и по делу. Если у вас будут вопросы, можете задавать их на почту или написать мне в Telegram. Я с радостью отвечу. Ссылки на них будут на сайте. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в обучающей системе. Приветствую, друзья. Меня зовут Ильназ Хамидуллин. Вы обратили внимание, что все сейчас ушли в Телеграм? Блогеры, артисты, обычные люди. И в принципе много разговоров о Телеграме. После блокировки западной социальной сети в Телеграм-каналы только за одни сутки подписались 40 миллионов человек. Представьте себе. А что с этого нам, простым пользователям, простым людям, что Телеграм так бешено растет? А нам это открывает путь к заработку, причем большому и неограниченному. Это просто фурор в мире интернет-заработка. Сейчас я вам все объясню, без воды и по делу. В Телеграме можно не только переписываться с друзьями и родственниками, но и также создавать каналы, в которых можно размещать контент. Свои мысли, картинки, видео, заметки, статьи. Такие каналы может создать кто угодно и собирать в них аудиторию. Контент делается легко и просто. Телеграм прекрасен тем, что он не требует уникального контента. То есть вы можете взять его и скопировать. Это делается за 2-3 минуты. Как его делать и где его брать, я расскажу и научу. Продвигать каналы также просто, потому что аудитория в Телеграме большая. И каждый человек может это делать по моей обучающей системе «Прибыльный Телеграм». Это не вызовет у вас проблем. Кто же вам будет платить? А платить будут те, кто хочет разместить у вас в вашем канале рекламу. И это прекрасная составляющая заработка на Telegram. Потому что вам сами люди будут писать за тем, чтобы купить у вас рекламу. То есть вы можете ничего не делать для этого. Желающих купить у вас рекламу будет масса. Потому что раньше рекламодатели покупали рекламу в западной социальной сети. Люди проводили время там. А сейчас эта аудитория в Телеграме. И поэтому люди готовы купить в вашем канале рекламу. Одна ваша реклама может стоить от 300 рублей до 6-7 тысяч рублей в зависимости от размера канала. Хотя может стоить и больше. В день рекомендуется размещать по 2-3 рекламы. Представьте, сколько вы можете зарабатывать только на одном канале. А таких каналов вы можете создать сколько угодно. Посмотрите, сколько можно зарабатывать в Telegram. Это мои доходы. Это все заработки от продажи рекламы. А эти деньги от продажи целого канала. Да, вы также сможете продавать свои каналы. Наверное, вас волнует вопрос, а как же конкуренция? В Телеграме как таковой нет конкуренции. Во-первых, аудитории много. Во-вторых, чем больше создается каналов, тем больше потенциальных покупателей рекламы. То есть администраторы других каналов также покупают рекламу. Соответственно, для вас чем больше каналов, тем лучше и тем больше вы заработаете. Справиться с таким заработком сможет любой человек. Будь это пенсионер, плохо разбирающийся в компьютере, или школьник. Уроки сделаны максимально подробно. Как и обещал, все рассказал без воды и по делу. Если у вас будут вопросы, можете задавать их на почту или написать мне в Telegram. Я с радостью отвечу. Ссылки на них будут на сайте. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в обучающей системе.